Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Видите, как вытянулась моя петуния? Я ее взяла прямо с утра. Отнесу в теплицу. В теплице у нас на ночь был закрыт кот, потому что он орал. Почему он орал, я подозреваю. Сейчас мы вместе пойдем курочку искать. Так, пусть постоит. Здесь тепленько. Люлик, ну, погладить тебя. А я пойду сейчас коз доить. Мне тебя нельзя гладить. Останься. Ненадолго. Ох ты, выскочил. Ну, ладно. У нас вчера потерялась курочка Мирукоша, серенькая, чистопородная. Это я сама виновата, потому что я вытащила ее сверху. Ее топтал Мирукошка, петух. И у нее болячка образовалась сверху. Ну, такая засохшая уже. Я ее взяла, брызнула алюминиевым спреем и бросила вот сюда. Этот кот ее куда-то выгнал, наверное. Пошли домой. Лёлик, пошли домой. Домой. Побежали. Побежали домой. Бегом. Бегом домой. Молодец. Ой, блин. О, чуть я не подскользнулась. Представляете, эти доски коварные. Нельзя тут бегать с телефоном. О. Какой-то не такого цвета единол на зоне заказал. У меня был другой, у меня был синий йод для аквариумных рыб, такой красивый, я его использовала. Сейчас заказала новый вот в такой баночке. Ну, не знаю как. Все, красотки пошли гулять. Сейчас я, видите, как я тут дверь открываю. Класс, хорошо. Курочку я нашла. Я вам сейчас покажу, где она была. Идите, солнышки мои. Солнышки, идите. Там опилки надо еще убрать. Идти. Давай, моя золотая. Очень удобно. Ой, как у нас удобно сарай придумали мы. Идите, все, пошли гулять. Привет. Здорово. Смотрите, где. Вот она моя золотая. Красавица ты наша. Ух, она ее какая плохая. Где же ты была, солнышко мое? Замерзла. Это села опять сидит на пустом гнезде. Ешь. Ух ты. Ну что ты такое? Смотрите, что делает. Иди поешь. Так, ну все, я пойду сейчас поймаю ее. Отмыла обогреватель. Видите, какой. И сейчас я его включу, потому что сегодня минус 8 обещают, а мне неохота таскаться туда-сюда. Сейчас вот сюда подвешу. Вот так весь. Пусть висит. Вот так немножечко. А завтра я обрежу. Наверное. Скорее всего, обрежу. Сегодня не хочу. Ух ты, какие большие, хорошие. Вот это новые. Ну ладно. Гражданиту старый. Мне все время жалко новые кисточки использовать. О, какой. Последний раз видите. Сейчас обрежу. Ну, вообще-то они красивые. Смотрите, какие нежные. Серединки красивые такие. Обрежу. Обогреватель включила. Мне нужно покрасить вот эти синие бочки позорные вот в такой шоколадный цвет. Краска у меня есть, но мне очень холодно. Я, наверное, покрашу завтра. Не буду сегодня ничего делать. Ну, что-нибудь приберу. Так, по мелочи.
вот это вот убирает цветов. Вадим, не ее сюда. Я ее уберу, он ее туда. Просто он не знает, что там посажено. О, как хорошо стоит. Прелесть. Ну, вот эти. И дрова. Опа. Рис. Здесь будем заливать в этом году. Сами сделаем. Хотели нанимать. Но, честно говоря, в прошлом году мы наняли людей вот здесь вот залить. Видите, что у нас случилось? Видите? У нас вот здесь вот была ямка. Вот здесь вот. Я попросила, чтобы эту ямку залить. Мне залили. Нам залили. И оно, видите, что случилось. Все равно вода стоит. Потому что вот здесь вот очень сильно подняли. Вот здесь вот было вот это вот изначально. Не надо было вот это вот. Здесь ушло столько материала. Вы даже не представляете, сколько ушло этого уравнителя пола. Куча, огромная куча. Смотрите, вот это все не надо было поднимать. Зачем край поднимать? Надо было поднимать здесь. Пусть бы оно не маленько не по уровню, но чтобы оно стекало сюда. А оно все равно здесь подняли. Стекает в обратную сторону. Вот так вот у нас получилось. Очень много материала ушло. Мешков, наверное, 40 или 50. Это вообще огромные деньги. Нету? Сегодня 11 апреля. Нету воды еще. Потому что все еще держится лед везде. Поэтому. Так. Ну все, картошка хватит столько пока. Здесь я решила переозвучить, потому что вода бежит шумно оказалась. Я хотела показать, рассказать вам, какой кофе я себе варю. Вот эта вот пачка, где я показываю, где негритянка нарисована. Этот кофе у нас продается в Мариера по 875 рублей. Ну вот с пенсионерской скидкой 800 получается, если ты 12 успеешь. И вот этот я насыпаю, который в Таиланде купила. Хороший, дорогой кофе. Получается как-то еще более-менее, потому что, ну, тот кофе совсем, ну, я сейчас вам покажу отдельно, какие зерна, это и запах, и отходы производства, по-моему. Видите, вот с правой стороны это, где африканка нарисована, килограмм стоит 875 рублей, а вот этот с левой стороны, который купила в Таиланде. И в одном вьетнамском кафе я видела вот такая черная пачка, вот этот кофе, он стоит 900 рублей 200 грамм пачка. Но он, конечно, и запах, и качество кофе совсем другое. Но смешиваю, потому что все видели цена на кофе, какая сейчас. А какое-то удовольствие себе хочется все-таки. Ну, никак, пока без кофе не могу. Хотя мне доктор сказал, крепкий кофе категорически исключить. Я говорю, ну как же без кофе жить-то? Ну что же, как же, какую... Как без этого удовольствия? Она сказала, ну, хотя бы с молоком пейте. Ну, с молоком тоже не понимаю я. Поэтому надо думать. Варю супчик. Вот это я насыпала порошок грибной. Это там перец у меня замороженный, лук. А вот это сверху я насыпала порошок грибов, который мы купили в Таиланде. Думаю, надо что-то уже начинать. Посмотрела, что не острое. Вот этот вот, ну это маловато. По-моему, сейчас еще я насыплю. Вот такой вот порошочек. Ну, вкусно. Попробовал на язык, очень вкусно. Потом насыплю просто в кастрюлю вот таких вот помидорок. Это Везувио или гора Везувий. Просто насыплю вот так горсть в суп. И все. Тут у меня просто курочка варится, полкурицы положила. Зелени насыплю, замороженные петрушки, может еще помидоры. Но вообще-то они разбухнут, будет много. Морковки нету. Без морковки сделаем. Что-то все супы с морковкой. Пусть выкипит немножечко. Вот какой-то такой у меня получится суп интересный. А, интересный. Тайский суп. Вот так еще посильнее.
Видите, побольше приправы насыпала. Он будет, наверное, густенький. Вот курицу, между прочим, вот я курицу не ем. Вот все Вадиму. Мне только жижку похлебать. Все сварилось. Хорошо разварилось. Так, обратно давай. Такие всякие супчики придумываю на ходу и варю. Здесь у меня сыр. Вот, начинает колье вставать уже. Видите? Видно вам, да? Вы не поверите, думала, что я разморозила укроп и петрушку. Оказалось, это у меня руккола и кинза. Поэтому вот у меня еще будет такой необычный вкус супчика. Я думаю, что будет очень вкусно. Я представляю, я предвкушаю. И какой он разноцветный, красивый получился. Пусть немножечко еще помидорки у меня разойдутся. И я вам покажу в тарелочке. А может быть и нет. Приятного аппетита! Вот смотрите, только когда я их обеих выгнала, вот одна, а вот вторая. И эта пошла кушать. Ага. Иди кушай. Она даже, представляете, даже боится подойти, когда те в загоне. Поест, попьет. Ну и если хочет, пусть сидит, конечно. Но мне самое главное, чтобы она не помирала с голоду. Воды-то попей. Уже, видите, перья теряют. Линять будут ноги уже. Воды иди попей. Давай, воды попей. Воды попей, сказала. Русский язык не понимает. Говорю, воды попей. Этот ходит, крутится. Где вода? Где пить? Буль-буль-буль-буль. Где пить? Буль-буль-буль-буль пить. Здесь у нас обычно тыквы растут. Это гортензия. Такая кругленькая шапочкой. Это я прикрыла, потому что морозы еще будут до минус 10. Я не знаю. Это, по-моему, флоксы вылезли раньше времени. Вот этот курильский чай обрезала желтый. Этот розовый не обрезала. Он сломался. Надо было обрезать. Видите, весь поломался. Все. Надо было обрезать. Пожалела. Зря пожалела. Выставил бы лучше. О, смотрите, капуста у меня декоративная. А вот этот, это можжевельник. Засох, что ли, или что это такое? Да живой вроде на ощупь. Закрыть его надо? Солнца сегодня нету. Я подумаю, почитаю, закрыть или нет. Сегодня ветер. Дальше что? Крыжовник оттаял. Здесь начинают подснежники вылазить. Видите, подснежники. Я боюсь сюда подходить. Наверное, закрою еще раз. Я уже закрывала тут. Закрою. Смотрите, как козы съели гортензию. А, там веник. Вот такие веники они не любят. Но хотела пошутить, как шутит один человек у нас по телевизору. Нравится, не нравится, но не буду. Ешьте. Все витаминки. Сегодня тут два яйца взяла. Одна сидела на гнезде, поэтому я прям открыла, выгнала их. Не могу. Что такое? Она садится, не ест, не пьет. Сначала две сидели, я их отвадила. Сарай выносила. Теперь вот одна села. Давайте. Они попаслись минут 15.
Давайте. Сейчас я им открою и запущу. Это странно. Еще попробую загнать их. Так. Девочки, мальчики, давайте. Давайте обратно, 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 обратно. А пошла в снег. Куда пошла? Давай, давай, давай. Домой, домой, домой. Теперь домой. Все. Все, молодцы. Хорошо. Чуть-чуть погуляли, ладно. Поешьте, попейте. Так. Ну, смотрите, не стали есть. Такие зелененькие листики. Может быть, он это пузыреплодник. Может, он ядовитый. А. Не стали есть. Ну, бог с вами. Хочу вам показать кое-что. Выводиться завтра. Завтра, наверное, уже пищат. А я забыла. Открыла и забыла. Завтра, послезавтра вообще не надо было открывать. Но я проветривала мало. Думаю, дай последний раз проветрю ненадолго. На 5 минут. И часа полтора, наверное. И все остыло. Вообще я в шоке. Я в шоке. Там индюшата. Ой, пипец, что натворила. Сварила сыр, прекрасный сыр. Но меня что-то достало уже эта переработка. Потому что я вот варю сгущенку. Кстати, ну вот сгущенка, блин, светлее намного, чем показывать на камере. Вот светлее. Ну ладно. Достала переработка. Скорее бы уж козы перестали доиться. Но я думала, а вдруг Вася у меня не беременная. И что? Мася, ты беременна точно, 100%. Итак, что еще хотела? Вот картошка. Картошка вот эта, кстати говоря, покупала в магазине. Какая-то мне она показалась красивая, такая золотистая. Покупала в магазине, 2 года сажаю, ну так немножко. И она невкусная. Она вот как бы на чипсы хорошо, а так она не разваривается. Ну, знаете, типа вот Невской такая, не очень-то. Клейкая такая, не разваристая, не желтая, белая внутри. И, в общем-то, я отобрала на семена такие. А потом думаю, не буду я сажать. Так она красивая, конечно. Смотрите, какая. Так, корочка у нее золотистая, какая-то импортная была. И все, я куда-то ее посажу опять. Думаю, сохраню сорт. Что за сорт, не знаю. И вот. Ладно. Ну ладно. Все, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями. Пишите только добрые комментарии и заходите почаще в гости. Пока-пока.